К другим новостям. От бумаги к компьютерам, от ПГК к ВОУТ. Уже второй год в Караганде девятиклассники проходят внешнюю оценку учебных достижений. Комплексное тестирование предназначено для контроля качества обучения в общеобразовательных учреждениях. Казахстанские школьники постепенно отходят от письменного комплексного тестирования. 4 предмета, 20 вопросов по каждому, один правильный ответ. Все как в привычном ПГК по тестовым книжкам. Только сегодня свои знания школьники проверяют на компьютерах. В эксперименте приняли участие 5 карагандинских школ из 80. Более 400 учащихся 9 классов показали, чему они научились за школьные годы. Результат показал, что лучше подростки знают казахский и английский языки, чуть хуже – физику и математику. Результаты ВОУТ будут использоваться для мониторинга учебных достижений обучающихся, оценки эффективности организации учебного процесса, сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. Во время проведения процедуры ВОУТ нарушение инструкций зафиксировано.